Попасное. Хутор в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Коломыцевского сельского поселения. Улицы хутора. Улица Лесная, Мичурина, Новоселов, Овражная, Пушкина, Рылеева, Центральная, переулок Центральный и переулок Рылеева. Хутор Попасный расположен в 16 километрах от районного центра города Лиски, в западной части Лискинского муниципального района Воронежской области, от областного центра города Воронежа в 129 километрах. Местоположение хутора Попасное в центре Русской равнины обуславливает умеренно континентальный климат с сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Самая большая категория земель – 56% – земля сельскохозяйственного назначения. На территории поселения проживают в основном русские. Удельный вес их составляет 97% от других национальностей. Другие национальности – это молдаване, киргизы и азербайджанцы. Основное занятие населения – сельское хозяйство. Основан хутор в начале 18 века острогожцами. В южнорусских говорах глагол «попасать» означал покормить дорогой валов или коней на подножье. Место, где делалась такая стоянка, называлось «попасное». У острогорцев, когда они разъезжали по степи к востоку от города, имелось несколько мест на примете, где можно было сделать стоянку для отдыха и кормления лошадей. В одном из таких мест, около балки Дубравы, при вершине Печужной, в начале 18 века поселились острогорцы. Хутор получил название «Попасное». В 1767 году в нем было 18 дворов. В 1900 году в Попасном имелось одно общественное здание, 6 ветряных мельниц и 2 лавки. В годы Великой Отечественной войны у хутора совершил героический подвиг комсомолец-партизан Николай Коржов. В 1942 году он получил задание партизанского командира прервать армейскую связь фашистов. Коржов прорвался к хутору Попасному, уничтожил фашистского офицера, оборвал телефонный провод и скрылся. Задание было выполнено. Во время другой операции комсомолец-герой погиб. Утром 15 января 1943 года полки 309-й стрелковой дивизии сибиряков освободили населенные пункты колхоза «Красная Заря». Затем с трех сторон ворвались в хутор Попасное, где в результате короткого ожесточенного боя уничтожили 800 вражеских солдатов и офицеров. Преследуя бегущих в панике фашистов, доблестные сибиряки к вечеру того же дня полностью очистили от захватчиков Пухова, Ковалева, перерезали железную дорогу Лиски-Россош. 16 января без особых осложнений освободили остальные хутора из села Ковалевского сельсовета. На данный момент в хуторе проживают 209 человек.